Фильм «Ты не один» режиссера Анны Барсуковой затронул меня показом детей-сирот, которые увидели доброту и заботу новых родителей в приемных семьях. Это простой рассказ о судьбах мальчишек и девчонок, многих с проблемами здоровья, ненужных своим родителям и вновь начавших верить в светлое будущее, став членом большой и дружной семьи. Фильм «Ты не один» призывает не забывать о детях, которые ждут и верят, что их заберут, полюбят, приласкают, подарят доброту и радость окружающего мира. Песня композитора Гюли Камбаровой, которая прозвучала в заключении фильма, мне очень понравилась своими словами и мелодией. На заколдованной планете живут потерянные дети, живут без ласки и тепла. Ты поверишь, что счастье ждет, и любовь в твой мир придет. Я захотела исполнить эту песню, которая многих зрителей тронула до слез. Благодаря своему руководителю Трошновой Наталье Владимировне, я исполнила эту песню в День защиты детей. Что счастье ждет.